продолжение медицинской темы губернатор Игорь Рудени посетил ситуационно-аналитический центр оперативной помощи гражданам по номеру 122, расположенный в Твери. Глава региона провел совещание с руководством регионального Минздрава, по итогам которого дал ряд поручений по совершенствованию работы. Сейчас здесь работает 38 специалистов. В случае увеличения количества поступающих звонков штат диспетчеров можно расширять, для чего оборудованы дополнительные места. Работа здесь ведется в круглосуточном режиме. Это помогает снизить нагрузку на учреждения первичного звена здравоохранения. Тут можно получить справочную информацию о работе медицинских организаций, консультацию, вызвать на дом участкового врача, записаться на прием в центре амбулаторной помощи или в поликлинику, а также на вакцинацию. С начала этого года операторы уже приняли свыше 10 000 звонков, поступивших по номеру 122.